Приветик. Выживание вместе с моей любимой женой продолжается. В прошлой серии мы поселились в лиственном лесу, рядом с деревней свиней. Пока мы собирали ресурсы, мы находили много разных игрушек, которые можно было отдать королю взамен на сладости. Еда в данной игре – неотъемлемая часть выживания, поэтому чем сытнее она будет, тем будет лучше. Я решил поджечь деревья, чтобы получить уголь, и потом построить из этого казаны. Закончив с постройкой казанов и собрав немного бревен, мы приступили к готовке еды. Это самая любимая моя часть. Покушать я люблю, так же, как и моя любимая жена. Тефтели – это самая лучшая еда в этой игре, поэтому я всегда делаю акцент на ней. И вам советую тоже. Оставив все необходимые компоненты для готовки моей любимой, я отправился добывать ресурсы и исследовать местность в округе. Да, мне попался оазис, но он пока недоступен. Он появится летом. Рядом лежал спальник и удочка. И вновь я нарвался на след. Рядом были шахматы. О, сражения с ними мне всегда трудно даются. Поэтому ничем хорошим это не закончилось. Я получил трендулей и успешно убежал оттуда, попутно схватив пару шестеренок. Они-то мне очень и пригодятся. Вернувшись домой с шестеренками, я решил построить холодильники. Да, это очень нужная вещь для хранения еды. Без нее, скорее всего, ваша еда будет очень быстро тухнуть. Садоводство является одним из самых, на мой взгляд, интересным занятием и спокойным в этой игре. Да, оно мне дается нелегко, но все же я его познаю. И это очень крутое занятие, тем более очень полезное. Охота на милых куала-слонов станет, наверное, самым частым занятием в выживании. Большой неожиданностью стало мое превращение в гуся. Я вовсе не ожидал, что это сейчас произойдет. Уже набежал 11-й день и наступило полнолуние. А это значит, что у статуи появился гломер, и надо бы скорее туда бежать. Я превратился в одно из трех возможных существ. В данном случае это утка. Можно превратиться еще в лося или в бобра. У каждого свои способности. Но у меня в данный момент очень быстрая скорость. Поэтому это отличный вариант для того, чтобы исследовать территории. Бедненькие, миленькие куала-слоники. Сколько же я их уже убил. Тем временем, наша база потихоньку разрасталась. Мы добывали ресурсы, сортировали их, создавали другие вещи. И так продолжалось очень-очень долго. Но я никак не мог все-таки отступиться от садоводства. Поэтому я создал соответствующую шляпу. Для меня это было что-то новым, поэтому я плохо разбирался пока в этом. Но все еще впереди. В моих планах было расширять наш огород и активно сажать разные растения. Пришлось немного поработать лопатой, чтобы убрать сорняк, а также воспользоваться мотыгой, чтобы вспахать землю для посадки новых растений. Уход за растениями крайне важен, поэтому с ними нужно было разговаривать. Также некоторым растениям могло потребоваться что-то. Например, их нужно было поливать. Но я об этом узнал только потом. А вот и тот самый первый момент, когда к нам прибежали злые собаки и начали кусать нас за жопу. Да, мне досталось больше всего. И вот моя первая смерть на болоте. Я не ожидал, что я так умру сейчас, но это произошло. И я двинулся к алтарю. Он мне очень помог. Да, не пришлось тратить на сердца свое здоровье. Да, ночи на базе были самыми атмосферными. Кругом летали светлячки и горели тыквы Джека, пока я копался в инвентаре. В деревне свиней было большое скопление кустов с ягодами, и их нужно было собрать. По возвращению домой я занялся расширением нашего огорода и как раз создал лейку, но наполнить я пока ее не удосужился. Вот это уже совсем другое дело. Мой рассудок очень сильно упал,
и появились тени, и я снова умер из-за своей неосторожности. Да, пришлось сражаться с пауками, чтобы добыть железы и создать возродительное сердце. Моя любимая жена меня возродила, и я был снова жив. Да, наступили холода, уже приближалась зима, и нам нужно было позаботиться о нашем тепле. Благо, у нас были термальные камни, которые мы начали активно использовать, нагревая их у костра. Здоровье мое тоже очень сильно упало, и я лег поспать немного у костерка, чтобы не замерзнуть и как следует установиться. А вот эти, те самые пламенные яички. О, приятно! Пошел первый снег. Появились первые глыбы со льдом, и начали появляться пингвинчики. Мило.